Сегодня 109 лет со дня рождения Марка Наумовича. Волшебную песню советского шансонье студии «Настроение» исполнит народный артист России Леонид Серебренников. Я летаю в разные края, кто же знает, где мы завтра будем. Дождик привожу в пустыню я, солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь, некрасивую тебя сделаю, как Золушку красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь, а? Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, 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 волшебником.